Согласно данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в первые 5 месяцев 2021 года экспортировал более 9 миллиардов кубометров природного газа. Объем реализованного сырья за рубеж возрос на 68%. За отчетный период доля голубого топлива в общем экспорте страны составила почти 18%, отмечается в сообщении ведомства. Стоимость экспортируемого газа около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Отметим, в конце прошлого года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу.